Свет и тепло объединились в квитанциях от Паудек. Кстати, о квитанциях. Мы возвращаемся к этому вопросу, и я объясню, почему я называю эту компанию шарашкой Паудек. Вот квитанция, я получил счет. Смотрите, за потребление 3454 рубля 80 копеек. Так, переплата, недоплата. Значит, со знаком плюс, недоплата. 2985. Ну, так, оплачено в текущем месяце 1617. Итого к оплате я получаю сумму 4823,40 копеек. Эта сумма не получается ни при сложении этих сумм, ни при сложении этих сумм, как они у них было раньше. Далее. Идем далее. Итого к оплате, так, прошли. Опять, рекомендуемый платеж за май. Не обязательные к оплате. Это уже учли мои рекомендации. 2100. И всего к оплате они пишут 6933,54. Разбираем. Я не понимаю, откуда взялись цифры. Я пытался плюсовать и так, и сяк, но ничего не получается. И теперь я вам просто объясню. Значит, за потребление в текущем периоде это вот 3454,80 копеек. И моя недоплата 2985,60. Вот. То есть сумму я должен оплатить, сложив вот эти вот две цифры, я должен получить, вот снимай здесь, 6440 рублей 40 копеек. Смотрим, что нас, с нас требует. 6933 рубля 54 копейки. Вот так, напустив цифрового тумана, раздув квитанцию, окончательно запудрив нам мозги, нас походя пытались развести на 500 рублей. И это еще при том, что мы только поверхностно коснулись мошеннических проделок некой Паудек. Мы не затронули махинаций с банковскими кодами, с заграничными счетами, с кражей собственности СССР, с кражей нашей народной земли, нашего народного имущества. Также не имею никаких претензий к рабочим этой шарашки. Им приказали хитрить, и они честно отрабатывают свое жалование. Друзья и подписчики, ничего личного. Все объединилось в квитанциях от шарашки Паудек. Вы все видели сами. Пожалуйста, проверяйте каждую квитанцию, полученную от этой организации. Роман Зайцев, живу на ДВ. Я пытаюсь быть логичным. Я играю на гитаре. Получается не очень.